пресс-конференции, посвященной возвращению спортивной команды «МАЗ-Спорт-Авто» с ралли-марафона «Дакар-2020». На протяжении 12 дней участники боролись за место на подиуме, и одному из наших экипажей под управлением Сергея Визовича, штурман Павел Гаранин и механик Антон Запорощенко, это удалось. Экипаж стал бронзовым призером «Дакар-2020». Максим Новиков, штурман, механик Андрей Неверович, занял 8-е место. И экипаж под управлением Александра Василевского, штурман Дмитрий Вихренко и механик Виталий Мурлев, занял 12-е место. Директору Минского автомобильного завода Валерию Валерьевичу Иванковичу. Уважаемые коллеги и друзья, я начну со слов благодарности, которые адресовали в адрес массовой спортивной команды министр промышленности Павел Владимирович Цюпин. От имени Министерства промышленности и от себя лично искренне поздравляю Сергея Вязовича, всю команду МАЗ «Спорт-Авто», вас и коллектив МАЗа, завоеванный бронзой ралли-рейд «Дакар-2020». С первоначальных этапов гонки было видно, что белорусская команда решительно настроена на лидерство. И несмотря на то, что мазовские экипажи столкнулись с различными трудностями, это никак не отразилось на их позициях в турнирной таблице. Серьезное испытание для техники и гонщиков пройдено с триумфальным успехом. В очередной раз белорусские гонщики продемонстрировали всему миру свой колоссальный опыт и профессионализм и доказали, что грузовики МАЗ являются одним из самых быстрых, надежных и маневренных автомобилей. Уже во второй раз в истории белорусский экипаж оказывается на пьедестале самого престижного автомарафона в мире. Желаю команде МАЗ «Спорт Авто», чтобы третья награда «Ралли-рейд» была золотой. Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых побед. С уважением, министр промышленности Павел Владимирович Цюпин. Словам хочется добавить, что действительно ребята молодцы. Во второй раз в истории мы зашли на пьедестал. Конечно, сложно, тяжело, непросто. Нам приходилось преодолевать массу сложностей, массу нюансов. Но все-таки накопленный опыт и тот успех, который нам уже предшествовал, это все сказалось. Поэтому, ребята, спасибо. Я это вам рассказал. Трудовой коллектив помнил, с напряжением следил за Фейсбуком, за всеми средствами массовой информации, за таблицами, которые печатались, оперативно анализировали и очень волновались за вас, скажу честно. Я сам лично тоже переживал сильно, поэтому молодцы. Отдельное спасибо. У нас действительно команда спортивная заводская. Она находится в составе предприятия. И этот успех, а это бесспорный успех, я убежден, что это успех. Жалко, конечно, не первое, не второе, но третье место – это большой-большой для нас успех. Это общий труд конструкторов, технологов, рабочих, сборщиков, которые собирали наши машины и обслуживали по каждому переделу, по каждому технологическому участку. Эти простые люди тоже несут частичку того, что есть в наших машинах, что есть в нашем успехе, что есть в нашем результате. Поэтому я считаю, что это общий коллективный успех нашего Минского автомобильного завода. Я заканчиваю говорить и даю слово триумфаторам. Задавайте вопросы. Начальнику спортивной команды и пилоту экипажа, занявшее третье место, Сергею Николаевичу Визовичу. Всем добрый день. В первую очередь хотел бы высказать слова благодарности всем нашим болельщикам, партнерам, спонсорам Минского автомобильного завода, ребятам в команде, родственникам нашим, которые являются нашими самыми активными болельщиками, психологами,
и так далее, и так далее. Рад, что мы вам дали спокойно отдохнуть. Большие новогодние праздники спокойно не прошли. Рад, что это состояние было, надеюсь, для вас приятным. Мы проделали большую работу после 2018 года. В 2019 году нам не удалось попасть на подиум, но мы делали определенные выводы, сделали новый автомобиль, который был нацелен как раз таки на Дакар 2020. И время показало, что наши усилия были направлены в правильном направлении. Считаю, что тактика, выбранная на гонку, также была для того количества соперников и качества соперников хорошей. Ребятам хочу отдельно сказать спасибо экипажам, которые понимали всю ответственность того, какой результат мы везем домой, и всячески помогали мне на трассе. Особенно хотелось бы отметить марафонские этапы, экипаж Александра Василевского, машину которого мы подразобрали, и думаю, что это стоило ему место в десятке, но зато у нас есть подиум. Спасибо, что с пониманием подошли к этому вопросу, и сейчас мы привезли домой второй раз бедуина маленького, но очень заслуженного. Поэтому, ребят, всем спасибо. Спасибо болельщикам, спасибо партнерам, с которыми мы на самом деле за это время уже стали друзьями со многими, а не просто партнерами. И мы будем держать эту планку, обещаю вам, настолько, насколько нам хватит сил. Болельщики, вы можете задать все интересующие вас вопросы. Только не компрометирующие. Добрый день, еще раз. Третье место, с хорошим достижением. Просто такой морали шоковый пульс. В большинстве заездов вы были первыми, держали КамАЗ. И на Дакар 2020, третьего этапа, шли лидеры. Чего не хотел, чтобы удержать первую пункту, может, какие-то уже есть. Ну, вы же помните, чем за нас закончился шелковый путь, да? Ну, поэтому сильно не хотелось, чтобы точно так закончился для нас Дакар. В принципе, считаю, что тактически мы чуть переиграли своего соперника. У нас была задача задать темп с первых этапов для того, чтобы соперники за нами погнались. Они погнались и допустили ошибки, и сумели расколоть своего основного соперника, скажем так, пополам, 2-2, и дальнейшая борьба происходила уже против двух экипажей, что для нас было намного легче, чем бороться против четырех очень сильных соперников. Поэтому сценарий шелкового пути нас не устраивал, мы хотели пользу, мы его привезли. Но сложилось такое впечатление, что все-таки вот этот Дакар получился более скоростным, ближе, наверное, к классическому ралли, то есть меньше, наверное, бездорожья будет, насколько я понимаю. И это сказалось на том, что уже нужна была максимальная скорость, и вам ее не хватало. Соответственно, вопрос, как бы, первый вопрос по участке, может быть, короткий комментарий все-таки, как они отличаются от латиноамериканских. Второе, ну, вы жалуетесь, опять же, в интервью, что не хватает немножко скорости, не хватает мощности. Соответственно, какие выводы из этого сделаны, какие будут проведены, которые так работают машины где-то? На самом деле, я бы, наверное, так сказал, что внести ясность в то, что происходило, в том числе с нашим двигателем и высказыванием. Понятно, что когда у нас есть участки, ты чуть остаешься бессилен, и эмоции переполняют. И на финише вы, наверное, видели наше интервью, где мы жаловались, да, на мощность двигателя. Но внесу ясность, что с нашим двигателем было все в порядке. Изначально, и уже не первый год, мы идем по пути меньшей мощности и большей надежности. И та мощность, которая в двигателе была у нас на этом Дакаре, она была выбрана осознанно. Понятно, что мы не знали, какие параметры у наших соперников. И нельзя сказать, что он работал не так, как мы хотели. Он работал так, как мы хотели, но мощность была ниже, чем у одной лишь только команды на самом деле. Всех остальных мы выезжали с участки.
нельзя назвать раввинами, очень много было бездорожья, каменного бездорожья было настолько много, что мы вообще такого никогда не видели с ребятами, что столько вообще было камней и так далее. То, что касается максимальной скорости, то, знаете, мы уже по дороге домой, и мне чуть свободное время, после того, как мы ждали машины, говорили про то, что сейчас темп лидеров грузового зачета вырос настолько, что несмотря какая дорога, мы очень большое количество трасс идем с максимальной скоростью. И независимо от того, какие это участки, гладкие, твердые, мягкие, либо это дюны, очень большие скорости, и если раньше девиз Дакара был, кто не сломался, тот и будет в лидеры, то теперь этого мало, надо не сломаться и ехать всегда очень быстро. Когда появится второй гафон? Вопрос к Алексею Вишневскому. Ну, мы работаем, точнее начали работать перед нашим отъездом. И вот как только приедем на завод и будем 100% работать над этим, чтобы поскорее и в ближайшие гонки в Марокко на старт. Я думаю, что мы машину сделаем к марокканской гонке, и на марокканской гонке мы попробуем выстроить два капота. И попробуем отработать уже новую тактику с двумя капотными машинами. Правильно? Коль зашла речь про Марокко, вообще какие планы на этот сезон, ну, по крайней мере, первоначально, какие гонки вы запланированы в 2020? Давай мы начнем с ближайшей гонки. Мы запланировали Марокко. Мы туда уже заявились, в прошлом году нам удалось там победить Алексею Вишневскому, занять третье место. Нас с удовольствием пригласили туда участвовать и в этом году, поэтому в апреле месяце мы собираемся выехать туда. Там высокая конкуренция, команда Ивека уже на Дакаре заявила, что они готовят против нас 4 автомобиля и собираются нам дать бой. Ну, классно, мы любим, когда очень все плотно, напряженно и так далее. И получим, я думаю, этой гонке удовольствие. 8 дней, большая гонка. Прямо конкретно против нас? Прямо конкретно против нас. Это очень круто. Вы говорите, Валя Камашко-Леди. Гонка Салаудовской Аравии стала первой гонкой, да? Но это человек, что надолго туда приехал в Дакар. Вот впечатление от того, что видели, прочувствовали, на что очень стоит обратить внимание в будущие годы. Может быть, организаторы говорили, какие-то выводы они сделали, что-то изменится в следующих Дакарах. Да? И какие впечатления? Спасибо. Давайте мы, ребят, по очереди спросим, чтобы это было не только мое мнение, а я потом добавлю, что это будет. Давайте начнем с Саши, сейчас подожди. Добрый день. Конечно, сравнить Южную Америку и Саудовскую Аравию — это два разных климата. Поэтому, что в этом году в Саудовской Аравии была прохладная температура, такая же была, как практически как у нас сейчас здесь. Днем достигала до 25 градусов, а ночью она опускалась практически до нуля. Поэтому лучше, что, ну, можно о том сказать, что, конечно, нам помог в этом году этот новый автодом, который мы сделали. И вот впервые мы взяли с собой его. Конечно, больше нам нужно было тепла, чем кондиционер работал. Потому что климат такой, ну, у них свои законы. Поэтому в первые дни мы как-то себя неловко чувствовали там все. И поэтому, ну, следующие годы мы уже посмотрели, оценили, я думаю, покажем мы в следующем году хорошие результаты. Если, конечно, сравнивать прошлый Дакар и этот Дакар, прошлый Дакар на территории Перу проходил, там были в основном это пески, песчаные дюны, высокие дюны. То есть мы, ну, лично я как бы побаивался, что там будет с Саудовской Аравией. Но в целом как бы гонка достаточно хорошая и сложная получилась. Было много бездорожья,
камни встречались, то есть на протяжении, наверное, 30% гонки было каменистые участки. Было и скоростное, ну и в конце это были дюны. Дюны были не такие высокие, как в Перу, но сложные все равно были, они были короткие, невозможно было разогнаться с дюной, чтобы подняться на другую. Но в целом мы проехали и довольны нашими результатами. Я хотел бы добавить к резюме по поводу результата. На самом деле, на фоне подиума и так далее, может быть, кто-то не заметил, что у Алексея Вишневского в этом году максимально высокий для него результат. Это 8-е место, это его личный рекорд, с чем я его поздравляю. Да, и на последнем этапе он занял 2-е место, это тоже рекорд для него, то есть есть чем похвастаться, кроме подиума. Ну, а от себя добавлю по Саудовской Аравии, что да, чуть не совпали наши ожидания с теми, что анонсировалось. Я бы даже сказал, мы больше рассчитывали на пески, а оказалось больше бездорожья и камней. Песчаная часть была, наверное, начиная только с 9-го этапа, где-то примерно за день до марафона, и уже даже чуть подотвыкли от песков, поэтому какое-то время пришлось привыкать. Да, они были очень мягкие, на самом деле невысокие, но очень-очень мягкие. И на одном из видео увидели, да, как мы умудрились застрять прямо буквально на первом же перемете, на ровной, кажется, с вертолета площадке. На самом деле не только с вертолета, она практически прямая была площадка. Мы чуть сбавили темп, было за джипами заставлен один из выходов там среди дюн. И сразу же в этот момент грузовик просто провалился без помощи наших ребят, мы просто не смогли выехать. Хорошо, в тот день мы все ехали очень близко по стартовке, и опять же сработала вот эта вот наша командная взаимовыручка, и мы на этом инциденте потеряли к этому районе 15 минут всего лишь. Хотя для грузовика застрять, это особенно на ровной поверхности, хуже, наверное, некуда. Соперники наши, думаю, тоже сильно поднапряглись, хотя все виды они этого не показывают. Очень удивительно, на самом деле, себя начинают вести люди, когда наступаешь на пятки. Но ничего не поделаешь, мы собираемся это делать постоянно, им придется к этому привыкать. Нравится это, или не нравится, нам нравится. Поэтому в двух словах, как я всегда говорю, чем сложнее трасса, тем лучше для вас. Более простые участки, все едут примерно ровно. Как только начинается сложное бездорожье, пески, дюны, все расстанутся на свои места. Да, мы не являемся однозначными законодателями темпа, но дело времени. Мы на верном пути и не отступимся, пока не займем одну оставшуюся уже непокорившуюся нам ступеньки пьедестала. Вы знаете, при том составе, который выставлял эту группу КАМАЗ, это безусловно успех. На этой гонке были выставлены два победителя Дакара, один из них четырехкратный, один теперь уже двухкратный, дважды серебряный призер Дмитрий Сотников и победитель АПК Рейс ушел по пути Антон Шибалов. И знаете, ну, немногим в мире удавалось разбить эту четверку. И на мой взгляд, трудно, конечно, однозначно сказать прям то, что мы хотели, или нет, что мы довольны, да. Но довольны ли наши соперники такой ситуации? Думаю, что нет. Думаю, что план был другой, и значит, все было по нашему плану. Какие есть футболисты, ощущают поддержку трибун, реакцию, шум, все. А как это у пилотов? То есть как вы ощущаете поддержку на данные, болельщиков? И как вы обустраивали вы там? Что ели, сколько времени было на сон? И пару еще фишек, кто в Скинаре, как сон?
автодом, вы сказали. Ну, на самом деле, так как там в Саудовской Аравии нравится мне, порядка 5-6 вечера, то есть организаторы старались сделать очень ранний старт, иногда приходилось ночью выезжать из Бирюка, то есть, ну, ранним утром в темноте. Ну, чтобы финишировать, там, порядка 2-3-4 часов. И если без каких-либо проблем и поломок ты возвращался на бивак, то вполне хватало времени, чтобы отдохнуть, привести себя в порядок, ходить там покушать, все сделать там свои дела, как бы уже лечь отдыхать. В этом нам, конечно, помогал фотоаппарат, которым мы даже ни разу не включили кондиционер, потому что было холодно и пользовались вибастом. Спасибо всем большое, что разделили с нами эту радость. Спасибо за внимание. Еще раз поблагодарить свою команду, поблагодарить экипаж, который стойко выдержал все невзгоды. Еще раз вам, наверное, его представить, чтобы вы ребятам похлопали. Это Павел Гаранин и Антон Запорожский.